дорогие друзья. Хорошо ли меня слышно? Спасибо. Мы продолжаем традиции проведения праздничных колокольных концертов. И сегодня над нашим храмом вновь звучит колокольная музыка. Называется концерт «Русские колокола и колокольные звоны». Он приурочен к круглому столу с одноименным названием и посвящен юбилею известного русского компанолога Александра Борисовича Никанорова. Сегодня вы услышите традиционные и авторские звоны наших гостей, которые прибыли к нам из Ростова Великого и Великого Новгорода, и из Москвы, и других городов нашей Родины. Будут звучать и звоны, звонари нашего собора, и наших гостей. Открывает наш концерт звон Андрея Липинова, звонаря храма Успения Божьей Матери.